Доброго времени суток всем! На связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Подошел черед проверить новый инвестиционный проект Exiner, который стартовал 19 ноября и который предлагает зарабатывать нам 150% за 24 часа. Достаточно просто ввести свой Payeer кошелек, пополнить счет от 100 рублей и через 24 часа якобы получить свои денежки. Проект – это финансовая пирамида, основанная на принципе распределения денежного потока, то есть средства участников, вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими ранее. Администрация, как обычно, не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный вам в результате использования данной системы, и также говорит, что никакие гарантии не предоставляет вам. Все, что вы делаете только по собственному желанию, администрация никакой ответственности не несет. Сейчас введу свой Payeer кошелек, зарегистрируюсь. Введу сумму 100 рублей, это минимальная сумма, больше я вкладывать опасаюсь. Оплачу с помощью платежной системы Payeer. Перейду в раздел «Мои депозиты». Как видим, депозит начал свою работу. И через 24 часа полностью в автоматическом режиме мне на кошелек должны будут прийти 150 рублей. Подождем это время, посмотрим на результат. Итак, мой депозит отработал еще в 11.56. Статус выплачивается, уже сохраняется более 4 часов. Как мы видим, время уже 15.06. Но почему-то деньги на мой Payeer кошелек точно так же до сих пор не пришли. Как мы видим, поступления в размере 150 рублей нет, потому что именно столько я должна была получить. Как мы видим, выплачено 0, так оно и есть. Учитывая, что выплаты происходят в автоматическом режиме, должны были прийти мгновенно, максимум там через буквально несколько минут, то можно смело сказать, что проект Exiner деньги не выплачивает и вкладывать сюда однозначно не стоит. Я здесь потеряла свои средства, надеюсь, вы не будете наступать на те же грабли, не будете терять свои собственные деньги. С вами на связи была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. До новых встреч в следующих видеообзорах.